Компрессор для пруда фирмы Сансан, модель DY30/50. Всем привет! Сегодня мы рассмотрим компрессор фирмы Сансан, производства Китай. Модель DY30 и DY50. Как они работают и что они себя представляют, мы рассмотрим в процессе. Значит, во-первых, что хотел бы сказать. Данная модель является довольно-таки новой. Что хочу отметить конкретно за эти две модели. Имеют невысокую цену, имеют хорошую мощность, мало потребляют электроэнергии, но при этом выдают хорошие показатели по перекачке. И самый основной плюс, имеет очень низкий уровень шума. Уровень шума мы просмотрим в процессе. Значит, мы возим от производителя две модели. Это DY30A и DY50A. Модель, которая поменьше, потребляет всего лишь 16 Вт. Перекачка 30 литров в минуту. И создает давление почти 10 килопаскалей. Модель, которая помощнее, потребляет 25 Вт, перекачка 50 литров в минуту и создает давление в системе до 12 килопаскалей. Что идет внутри? Сам по себе компрессор с проводом, с вилочкой, потом переходник, который у нас подключается к самому компрессору, с помощью шланги мы можем подсоединить гребенку. В модели, которая поменьше, 6 выходов гребеночки. В модели, которая побольше, 8 выходов гребеночки. Итого, подключаем к самому компрессору. Сюда подключается гребенка. Данные компрессоры часто устанавливаются в прудах, потому что недорогой, мощный, тихий, но также они себя классно зарекомендовали среди аквариумистов, которые привыкли пользоваться поршневыми компрессорами, ребристыми, другими видами компрессоров, но зачастую поршневой ребристый компрессор имеет высокий уровень шума, с чем аквариумисты и не согласны. Данная модель имеет классные производители и тихо работает. Данные компрессоры мембранного типа. Мембраны сделаны с высококачественных материалов, которые ходят и работают очень долго. С двух сторон идет нагнетание воздуха. Внутри есть снизу резиновые ножки, которые максимально снижают уровень шума. Каждому из компрессоров есть инструкция, в которой тоже все написано, расписано. Даже самый слабый компрессор DU30 мы устанавливали в водоем человеку, который был глубиной 3 метра, на 3 распылителя по 5 сантиметров в диаметре, он прокачал без проблем. Эти компрессоры предназначены для постоянной работы в сети. Давайте в данном случае включим, проверим, потому что всех интересует уровень шума. Так как у нас сейчас нет возможности подключить это все к аквариумной системе или в пруд, мы одели штуцер и закроем просто пальцем, тем самым создадим препятствие для компрессора, чтобы услышать, как он реально работает. Итого, относительно мощный, довольно-таки очень тихий. Это модель DY30. Давайте подключим модель DY50. Все-таки компрессор почти в два раза мощнее. Да, уровень шума выше, но и мощность почти в два раза выше. Итого, подытожим данные модели. Имеют небольшой размер,
очень качественно сделаны. Имеют в комплекте гребенки на 6 или 8 разветвлений. Тихий, мощный и при этом потребляет малое количество электроэнергии. Спасибо за внимание. Рекомендуем этот товар. Если вас что-то заинтересует, переходите по ссылочке ниже. До свидания.